играть первым номером команда, похоже, не очень умеет. Бетис хорошо пользуется этим. Опять Виктор. Неточная передача. Мяч к нему отскакивает. Еще одна попытка комбинацию завертеть. Удар Монтаньеса. Гол! Какой удар! Как из прощи мяч вылетел сейчас у Пако Монтаньеса. И все-таки забивает Сарагоса свой гол. Будет у нас хорошая концовка. Попал так попал. Молодец Виктор все-таки. Все-таки его активность принесла плоды. Второй раз мяч отскочил. Паштига продолжил. И жесткий, плотный удар в угол в исполнении Пако Монтаньеса. Это его третий гол в чемпионате. Невероятный. По точности удар. Никаких шансов здесь не было. У Адриана. И 2-1. 2-1. Пепе расстроен. Тем более, что был великолепный момент у Рубена Кастро. Да опять же, его оборона тоже слегка просела, подарив сопернику мяч.